Добрый день, дорогие друзья. В Приморском крае возбудили уголовное дело по результатам проверки ООО «Спасский Бекон», где выявили очаг заболевания ящером, в результате чего в Приморском крае было уничтожено более 19 тысяч свиней. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре края. У нас сегодня в гостях заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю Сахалинской области Ирина Горбань. Ирина Петровна, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Вот расскажите, что сейчас, какая ситуация у нас в Приморском крае вот с этим ящером, вот с этой очень неприятной ситуацией, достаточно, которая поставила под угрозу, ну, по сути, там, свиноводческий комплекс Приморского края. Сельскохозяйственное животноводство. Да. Животноводство сельского хозяйства у нас на территории Приморского края. Значит, на территории Спасского района сложилась следующая ситуация. Было зарегистрировано 13 очагов по ящеру. Это два хозяйства ООО «Мерситрейд» и «Спасский Бекон». Две исправительных колонии в Спасском районе. И 9 личных подсобных хозяйств, где было зарегистрировано заболевание ящером. На сегодняшний день забито все поголовье в очагах установленных. И принимаются меры по дальнейшему профилактическим мероприятиям, которые предусмотрены нормативными документами, то есть инструкция по ликвидации с данным заболеванием. Что это за профилактические меры? Что это, недопущение? Дальнейшего распространения инфекции. То есть идет, значит, вакцинация восприимчивого поголовья животных вакциной против ящера, идет дезинфекция тех хозяйств и ферм, где были обнаружены очаги, и идет наблюдение за состоянием животных, которые остались как в угрожаемой зоне, так и в неблагополучном пункте. Что, как показала проверка прокуратуры, что все-таки вспышка, да, первая, это было на территории о Спасский Бекон. Если бы не вовремя сообщили о этой вспышке, можно было как-то это все локализовать, и не было такого вот забоя поголовья. Так ли это? Можно утверждать, мы полностью не можем, но предположить, и мы предполагаем, что данное заболевание стало распространяться с хозяйства ООО «Спасский Бекон», которые возили, уже зная, что у них свинопоголовье больное, на довольно длительное расстояние для забоя этого свинопоголовья. По сути, они и торговали, что ли? То есть свиньи реализовывали. Предположительно реализовывала. Документов, пока подтверждающих факт реализации, не установлено. Но проверка идет сейчас. У нас, по крайней мере, не имеется. Как вообще ящер мог попасть на территорию Приморского края? Откуда-то извне? Пути распространения данного заболевания очень различные. Это заболевание передается как с остатками корма. Вирус может оставаться на обуви, на частицах корма, на транспорте. Дело в том, что территория Приморского края прилегают такие страны, как Корея, Северная Корея и Китай, которые неблагополучны по данному заболеванию. С 2004 года Китай у нас был закрыт по ящеру, навоз продукции под контрольный вид надзору. Это мясо, мясопродукции, живые животные были запрещены к ввозу. В дальнейшем было дано разъяснение и были даны разрешения. Но до настоящего времени Китай закрыт по ввозу мяса из Китая. И официально Северная Корея обратилась в МЭП, это Международное эпизоотическое бюро, о том, что у них были зарегистрированы в феврале вспышки ящера. Понятно. Ну, можно предполагать, что... Предполагать, только предполагать. Утверждать мы не можем, так как факт данного не подтвержден. Чем ящер грозит людям? Что может статься, да, с человеком, который, допустим, употребил в пищу мясо зараженного животного? Значит, ящер – это вирусное заболевание, очень широко, быстро распространяемое. Это вот чем оно и опасно. Вот, и мы видим последствия данного заболевания на соседнем хозяйстве, которое первоначально считалось очень отдалено от того хозяйства, где уже процветал ящер. Вот. При температуре, то есть при кипячении молока, возбудитель ящера погибает.
При проваривании мяса возбудитель ящера погибает, но остается угроза возможного распространения, так как он может передаваться где-то с остатками корма. Даже по литературе до 100 километров возбудитель ящера ветром разносится. Ого. По сути, ну, под угрозой у нас все Южное Приморье может оказаться. Да, почему у нас крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот с 2005 года стоит как на плановой прививке. Угу. Как вакцинация, да? Да, да. Это да. Обязательное условие для всего крупного скота, допустим? Существуют нормативные документы, где четко сказано, как нужно поступать в случае того, что были выявлены очаги данного заболевания. Угу. То есть, если у нас в 2005 году весь край был... Регистрировалось данное заболевание на территории края, и у нас с 2005 года весь крупный и мелкий рогатый скот прививается. Но не исключена возможность заражения другим типом данного заболевания. То есть, если у нас регистрировался один тип, и мы прививали одной вакциной, не исключена возможность повторного заражения, но другим типом. Какой-то мутировавший, да? Нет, там есть Азия-1, тип О, тип А и так далее. Понятно. Стоит ли, вот рекомендуете ли вы там жителям, тем, кто владелец там крупного мелкого рогатого скота, вакцинировать обязательно сейчас, вот в данный момент, после вот этой вспышки ящера? Конечно, и ветеринарная инспекция нашего края занимается этим вопросом. Все поголовье, восприимчивое поголовье животных дополнительно вакцинировано, как в неблагополучном пункте, так и в угрожаемой зоне. И поэтому мы советуем людям не отказываться. Конечно, конечно. На федеральном уровне сейчас рассматривают меры по ужесточению содержания скота, введения карантинных мероприятий и транспортировке животных. У нас что-нибудь будет в Приморском крае вот в связи с этим событием? Какое-то некое ужесточение вот на транспортировку? Оно уже введено, это ужесточение. Это вот сразу же, да? Да. Только... 30 мая вышло распоряжение губернатора, где данные мероприятия были прописаны. На какой срок это продлится? Согласно нормативным документам, которым является настоящий день инструкция по ликвидации данного заболевания, это 21 день с момента убоя, либо выздоровления, либо данных животных. Вот так что еще пока-пока. Пока в силе это все-таки будет. Это все еще в силе. На вчерашний день можно сказать, что у нас будет послабление после того, как уже свершился факт, полностью забиты животные в неблагополучных пунктах в очагах. Угу. Понятно, что делать здесь, допустим, большие организации, они страховали, допустим, животных. Как быть с теми, допустим, кто там в деревнях, у кого скот пришлось забить? Какие-то... Может быть, компенсацию какую-то мы выплачиваем? Ну, это немножко вопрос не к нам, не к нашему ведомству, но если у кого скот был застрахован, они получат страховые выплаты. И предполагалось, насколько я знаю, выплата компенсации через администрацию Приморского края. Это насколько я знаю. Ну, по-моему, было такое распоряжение. Где будет... захоронен, вот забитый скот, потому что много тоже об этом слухов, домыслов, что вот там непонятно, часто где-то будет захоронение, все это выползет и так далее. Ну вот, как она любит же у нас придумывать. Что будет вот с этим там 19 тысяч? Да, оно уже не будет, да. Оно уже свершилось. Значит, Mercy Trade, данное поголовье, все поголовье убито и сожжено. На Спасском беконе оно убито и происходит процесс сожжения, а на остальных мероприятиях тоже уже проведены. Это я имею в виду личные подсобные хозяйства и колонии. Что делать, вот, допустим, с молоком, там, спасское молоко, да? Оттуда вот сейчас запрещены поставки вот, того же молока? Потому что все равно оно уже может быть заражено, да? Если... Согласно инструкции, вывоз любой продукции животного происхождения запрещен. Все понятно. Несколько вопросов из интернета. Ну вот, видимо, вы ответили. Фермеры в Спасском районе буквально выливают молоко в землю. Молочная продукция и мясо для многих из них служат единственным источником заработка. Фермеры спрашивают, сколько же еще будет продолжаться карантин.
Вот вы, в принципе, уже карантин ответили, будет, да, продолжаться 21 день, согласно документу, с момента последнего случая убоя. Убой был закончен вчера. Какой-то будет контроль особый, да, вот над этой территорией после вот окончания вот карантина? Я думаю, ветеринарная служба будет контролировать данную ситуацию для того, чтобы вовремя выявить какие-то подозрения данного заболевания. Вот подобная вспышка ящера, это крупнейшая в Приморском крае, либо было еще больше? Насколько я знаю, в 2002 году была зарегистрирована вспышка ящера свиней на территории Уссурийского района, село Элитное. В 2005 году по крупному рогатому скоту была вспышка, очень большая вспышка ящера. Было в 2010 году, но небольшая, в 2012 году, ну и вот сейчас второй раз в Приморском крае на свиньях. Угу. Про некачественные продукты вот вопрос, так немножко плавно отойдем от ящера. Какие некачественные продукты выявляются чаще всего? Что это, рыба, мясо или молочка? Некачественные продукты есть во всех направлениях, как в мясе, в рыбе, так и в молоке. Выявляется и по молоку превышение кишечной микрофлоры, присутствуют антибиотики в молочной продукции. То есть у нас факты, подтверждающие выявление в данных видах продукции. Чем это обусловлено? Либо недобросовестностью производителей, скорее всего, продукции, либо уже теми людьми, которые занимаются ее реализацией. Угу. А кто больше нарушает? Все-таки местные производители, либо кто-то из России или зарубежный? Дело в том, что импортная продукция, которая поступает сюда, она сопровождается документами, подтверждающими данный факт ее качества. Угу. Вот. В рамках мониторинга и усиленного контроля выявляются такие случаи. Об этом идет информирование вышестоящего руководства Россельхознадзора, где принимаются соответствующие меры и по результатам вводятся какие-либо ограничения. Ну и местные производители также контролируются у нас. Как отличить пригодные фрукты и овощи от непригодных для потребления? Внешний товар хороший, а его вкус и качество все же вызывают сомнения. Как оградить себя от лишних пестицидов и химикатов? Только лабораторные исследования подскажут нам об этом. Вот, которые сейчас, знаете, продаются такие, измеряют, можно проткнуть, грубо говоря, фрукты, овощи. Я поняла. Вот, нитраты, им можно доверять? Да, нитраты проверять. Если у вас прибор сертифицированный, проверен, почему нет? Но вы поймите, если ветеринарный Россельхознадзор, стоя на границе, не имеет полномочий проверить качество всей продукции. То есть идет выборочный контроль. Мы не можем не доверять нашим, так сказать, импортным поставщикам. Как быть с теми торговцами, которые торгуют, сейчас пойдет, да, пора, там, дыни, арбузы, уже потихонечку начинается. Вот вдоль трасс, где идет поток машин, такой плотный причем, вот вы бы вообще кому-нибудь посоветовали покупать? Нет, я бы не посоветовала. Дело в том, что у нас такая торговля запрещена, и это считается нелегальная продажа. Несанкционированная торговля. И помимо несанкционированной торговли, это еще и опасно. Просто конечно, люди подвергают свое здоровье определенной виду опасности. Там же идет и выброс выхлопных газов. Тяжелые металлы, конечно, и так далее. Конечно. Почему у нас в прошлом году попытались мы пройтись вот с этим прибором, который... Дозиметром. Да, на ярмарку к нам, на центральную, на площади Владивостока. И очень многие производители очень негативно, прям так со злобой кричали, там ругались, отойдите. Наверное, вообще есть этому причина. Вообще, часто такое на вашей практике, когда наши вроде бы, всегда же привыкли доверять нашим, это наш приморский производитель. Были у нас такие случаи, когда мы выявляли в продукции наличие нитратов. Так что уже говорить о том, что там в Китае некачественный продукт, наши приморские производители качественно, тоже нельзя уже. Нельзя, это только можно подтвердить, если проведены лабораторные исследования, и можно утверждать, что эта продукция является тогда качественной. Какой вопрос. Контроль по ящеру на пропускных пунктах осуществляется формально. Поезда вовсе не досматривают. Зачем эта видимость деятельности?
Вот такой вот вопрос. Поезда в каком виде не досматриваются? А вот я не знаю, поезда же вовсе не досматриваются. Значит, на всех пунктах установлено дежурство совместно с полицией. То есть сотрудники Россельхознадзора выезжают, и поезда не предусмотрено досматривать. Идет контроль с завозом и вывозом продукции, но не контроль самих поездов. По железной дороге дана официальная телеграмма о том, что запрещается выгрузка и погрузка подконтрольных Госветнадзору грузов на станции Спасск. Ну, понятно. Так. Вот, все же, как в Приморье был занесен ящер? Поставщики это или фермеры? И почему достаточно долгое время ситуация замалчивалась? Ну, это тогда, наверное, к владельцу Спасского бекона больше вопрос, почему он своевременно не проинформировал. Хотя инструкция тоже говорится о том, что даже при подозрении уже ставится в известность ветеринарная служба, оповещаются все, и вводятся меры даже по подозрению, такие же, как и при карантине. Ну, следственные органы занимаются этим вопросом, что грозит, я думаю. Что грозит владельцам вот ООО «Спасский бекон» вот за подобную ситуацию? И что, штраф это или какое-то наказание другое? Я думаю, есть соответствующие меры наказания, которые будут применены. Есть уголовные статьи, есть административные статьи. Россельхознадзор может только административно наказывать, что и было сделано после внеплановой проверки Спасского бекона. Понятно. Вот пишет Иван Николаевич некий. Какое наказание должно применяться к фермерам за неутилизированные туши коров при их падеже? Почему Россельхознадзор не реагирует на обращение граждан села Борисовка Уссурийского района по жалобам на предпринимателя Хашиеву Л. на невывоз туш мертвых коров с пастбища? Кто должен следить за условиями содержания коров у предпринимателей? Значит, вся информация, которая поступает в Россельхознадзор, принимаются соответствующие меры. Если это входит в рамки полномочий Россельхознадзора, то принимаются меры Россельхознадзором. Если это не попадает под компетенцию Россельхознадзора, передается по ведомствам. Было ли обращение вот из граждан села Борисовка? Такого обращения я не помню, чтобы у нас было. Если есть вопросы, пожалуйста, направляйте, мы будем рассматривать. А вообще тогда вот если вот отторгиваться от этого, вот какое наказание должно применяться к фермерам за неутилизированные туши коров при их падеже? Ну, допустим, где-то на поле там корову. Ну, я вам повторюсь, что есть уголовные статьи, есть административные статьи. Административные статьи, я не могу вам сейчас сказать ее конкретно номер, да? Подобное наказание в Приморском крае применяется? Ну, конечно, применяется. Есть данные статьи. За ту несанкционированную свалку, которую устроил Спасский бекон в марте месяце, данное предприятие привлечено к административной ответственности. А свалка была именно это продуктов? Нет, это была свалка свинопоголовья. А, понятно. Где было где-то около 200 голов. Понятно. А как осуществляется контроль за сельскохозяйственными угодьями края? Периодически в СМИ пишут о том, что арендаторы загрязняют земли, сливают химикаты в реки, а значит в овощах, выращенных таким фермером, немало вредных веществ. Можно ли вообще употреблять пищу, овощи, выращенные нашими фермерами? Кое-что такое. Я не могу сказать, что нельзя. Опять-таки, если добросовестный поставщик продукции, можно употреблять его и овощи, и всю его животноводческую продукцию. Но если фермер недобросовестно и скрывает свои, значит, недостатки, ну, с таким фермером надо применять соответствующие меры наказания. Очень часто говорят, по крайней мере, что после того, как китайские фермеры там поработают на какой-то земле, землю использовать просто невозможно, потому что там переизбыток там химикатов да, в землях. Так, это правда или нет? Такое бывает? Такие случаи были зарегистрированы у нас. Что, вы накладываете административное взыскание, да? Ведется административное производство, дела передаются в суд по возмещению ущерба. У нас были такие дела. Дело в том, что сейчас вот полномочия по химикатам у нас Россельхознадзора забрали, но их никому не передали. Мы об этом постоянно говорим. По сути, сейчас никто этим, да? По сути, этим никто сейчас не занимается. Но вы готовы этим заниматься? Если нам эти полномочия передадут, конечно. Они ранее были закреплены за Россельхознадзором, и Россельхознадзор занимался.
А сейчас кому хотят вообще передать это все? Ну, не знаю, кому хотят. Введение электронной ветеринарной сертификации пищевой продукции. Угу. Вот хочу спросить, когда это будет или это пока все в планах? Ветеринарная сертификация, значит, прошли у нас люди обучение в прошлом году, как ветеринарная служба субъекта, Россельхознадзор уже выдает данные документы по импортной продукции. Угу. Но это не отменяет бумажный носитель данного документа. Угу. Так что, по сути, ну, не подменит все равно бумаги, вот этот электронный сертификат. Может быть, когда-то и подменит. Угу. Но это проще вам будет? В настоящий момент я могу открыть программу и посмотреть, выдавался ли документ, например, либо в Питере, либо в Калининграде, либо еще где-то, если угу. данная продукция заходила через пункт пропуска. Угу. Это очень удобная вещь. Угу. Очень много говорят о том, что качество продукции вообще в принципе в России гораздо ниже, чем качество продукции за рубежом. Допустим, тот же там, не знаю, какой-то йогурт взять у нас и взять там норвежский, ну прямо скажем, небо и земля. Почему вот так? У нас что, вот эти из-за этих технических условий, да, вот раньше был ГОСТ и делалось все по нему. Сейчас технические условия уж как кто гораст, как их там исполнять. В этом причина. И как вот следить за том, чтобы все-таки, ну, это было приближено к ГОСТу, вот как раньше? Как? Ну, хотелось бы, чтобы был нормативный документ, который позволял только делать по нормам, то есть это ГОСТ, но технические условия допускаются и их согласовывают. Угу. Ну, вы вот согласны с тем, что, ну, как правило, российские, качество российских продуктов, ну, прямо скажем так, оставляет желать лучшего? Ну, даже все согласованные, там, все разрешенные и так далее. Не всегда качество импортных продуктов говорит о том, что они более качественные, чем российские. Есть все-таки отклонения как в импортной продукции, так и в отечественной. Хорошо, ответили на вопрос. Здорово. Ну что, тогда на этом я предлагаю завершить. Спасибо большое за рассказ. Держите нас в курсе насчет того, что будет проходить в Спасском районе, как завершится вся вот эта операция по локализации и по искоренению ящера на территории Приморского края. Ну, можно сказать, ящер мы почти искоренили, потому что все забито. Главное, чтобы не было новых выявлений. Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго. У нас в гостях была Ирина Горбань, заместитель руководителя Россельхознадзора по Приморскому краю Сахалинской области. Всего хорошего. До свидания.